Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. 23 апреля. Есть ролик, я потом дам ссылку. Тела четырех маленьких детей нашли после пожара в частном доме в поселке Утес Пермского края. Об этом сообщил Лайфу-источник. В доме во время пожара находились два мальчика 2014 года и 2015 года рождения, а также двойняшки 2018 года рождения. Матери с ними не было. Семья состояла на учете и проходила как неблагополучная. Всего у женщины было 8 детей, но на четверых старших ее лишили родительских прав. По факту трагедии проверку проводит региональная прокуратура. Вы кошмар, бедные детки сгорели. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал и будете узнавать много событий, которые происходят в нашей стране и за рубежом.